13 декабря в КФУ состоялась 5-я отчетно-выборная профсоюзная конференция, работа которой была посвящена подведению итогов деятельности профсоюзной организации сотрудников КФУ за последний год. В рамках мероприятия состоялись выборы членов профсоюзного комитета университета, ревизионной комиссии делегатов. Участниками конференции стали около сотни делегатов, представителей всех отделений института. Следом за выборами с докладом выступил председатель правкома университета, доцент Ренат Якушев. Активная деятельность по вовлечению в члены профсоюза должна стать для всех членов правкома, председателей правбюро и правгрупп основной и самой главной задачей. Работа начата. За 2015 год вступили 160 сотрудников, за 2016 год вступили 267 человек. На конференции отметили, что необходимо правкому вместе с администрацией разобрать и принять социальную программу вуза на 2017-2019 год. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.